Во-первых, разрешите поздравить всех с днем, с 80-летием гражданской обороны, как сегодня отметил премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев, который сказал, что, конечно же, гражданская оборона 30, 40 или 50 лет назад совершенно не то, что есть сегодня, но это не значит, что это менее значимая часть жизни нашей страны или нашего населения и обеспечения безопасности населения. Поэтому сегодняшние учения показывают то, что сегодня мы имеем абсолютно новые иные технологии для проведения аварийно-спасательных работ, вообще для помощи людей. И смею надеяться, что подобные тренировки общероссийского характера, которые, кстати, первый раз в России проводятся на всей территории России под председательством председателя правительства, принесут реальную пользу нашим людям. И, не дай бог, при возникновении каких-то чрезвычайных ситуаций мы сможем оказать быструю помощь.